Итак, увеличение эпифиза по краям кости означает, что кость все время растет. Более того, ее обновление – это одно из главных условий существования и функционирования кости в организме. То есть, когда мы обычно смотрим на кость уже мертвую, когда нам показывают эту кость или еще что-то, эта кость уже не является обновляемой. В каждой из этой должно быть какое-то количество органических и минеральных компонентов. Кальций, главный минерал, который как раз придает крепость кости, туда еще могут входить и другие, магний, в меньшем объеме фосфор, но в любом случае эта кость может менять свои свойства, в первую очередь, если она не будет достаточно крепкой, то ее может сломать просто напряжение мышц. Например, просто подъем и вот из такого положения пожилого человека может вызвать довольно распространенную травму, перелом шейки бедра, очень тяжелую, требующую очень значительных усилий и без того утяжеляющую жизнь человека, который до этого свободно приседал, вставал, и все у него было хорошо. В этом видит множество проблем, и, соответственно, есть готовые решения. Например, вводить кальций в разных видах. Есть, соответственно, регуляторы доставки этого кальция в ткани. Это, в первую очередь, витамин D и гормон паращитовидных желез – кальцитонин. Он прямо так и называется – кальцитонин, поскольку он обеспечивает прямую доставку имеющегося в крови кальция в кость. И вот эти все вроде бы готовые решения, они применяются, но, к сожалению, ситуация как была, так и остается. Она очень далека от той рекламной картинки. Тогда рекомендуют какой-нибудь там кальций D3 никонет. И человек, принимающий этот кальций D3 никонет ногтем, там протарапывает стекло, потому что у него ногтевая пластина такая крепкая, что она теперь может работать как алмазный резец. Вот. Конечно, это все не так, как и любая реклама, она преувеличивает эффекты, но она отчасти отражает и недееспособность вот этих всех методов. Связано это с тем, что если, допустим, нарушение кальциевого обмена произошли в юном возрасте, то они принципиально отличаются от того, что имеется в пожилом. В юном возрасте действительно тоже возможна недостаточность кальция и, соответственно, мягкость этих костей, и даже вес ребенка вполне достаточен для того, чтобы ножки либо были, как говорят, буквой О или наоборот Х-ом. И вот эти и квадратная голова, там и прочее, и прочее. В свое время, в советское время, это вызвало бум и широкое применение препаратов витамина D, которые брали в первую очередь из рыбьего жира. Мы помним это, те, кто прошел через это замечательное время, как нам в детских собрах и прочих интенсивно давали этот витамин D. Потом выяснилось, что витамин D это все это очень здорово, только в действительности наилучшим образом работает тот витамин D, который синтезируется в самой коже. А для этого всего-навсего нужно было солнечное излучение и регулярные прогулки с детьми, поскольку у работающих родителей такой возможности часто не было. Дети, вот, находясь дома или в постоянных помещениях, просто не получали достаточно.
с ультрафиолетом. Сейчас эта проблема более-менее решена. Либо, причем, вот тот кальций, который, тот витамин D, который поставлялся извне, оказался гораздо менее эффективен, чем тот витамин D, который синтезировался непосредственно в коже. И вот такие нарастания. И вот когда мы переходим к пожилым людям, то здесь и кальций D3 не срабатывает. Потому что принципиальное различие между костью младенца и костью пожилого человека состоит в следующем. Вот если мы возьмем эту кость и начнем ее раскладывать на составляющие. Кость младенца, ну, также, соответственно, юного организма, она находится в стадии кальцинирования, минерализации. Первоначально вообще, как вы знаете, если вы берете грудной младенец, то он весь состоит из мягких костей. Поэтому мышцы, прикрепленные к таким костям, не могут даже обеспечить никакого движения. Он, соответственно, не может поднять ни голову, ни встать, ну, много чего не может делать. Со временем начинается постепенное кальцинирование этих хрящей, и мышцы, прикрепленные к более крепкой опоре, могут выполнить свою функцию. И, соответственно, начинается подъем головы, постепенно он там уже на карачиках ползает, потом встает. Но если к этому моменту кость не получила достаточное количество кальция, кость начинает приобретать не ту форму. И вот как раз вот эта картинка рахитичного младенца, она является прямым следствием того, что минерализация кости прошла недостаточно. Но важно здесь понимать, что такое минерализация костей. Это прямая доставка кальция прямо в кость. И она встраивается там не в клетке, а образует именно остов. И этот остов на самом деле является частью, недоступной для последующего обмена. Вот тот обмен между кровью и сывороткой крови и костью, он у младенца и юного организма достаточно большой. А вот эта часть, ее можно закрасить полностью, она уже недоступна. Конечно же, эта часть не является постоянной, она меняется, потому что сама кость способна менять свой состав благодаря специальным клеткам, которые прямо в этой кости, они называются остеокласты, которые просто эту кость постоянно сжирают. Остеобласты противостоят остеобластам, восстанавливают кость. Как раз все это вместе остеоциты, которые в кости делают постепенное уменьшение вот этой части и последующее ее восстановление. Но вот примерное соотношение все-таки есть, куда входить этим минералом. У пожилого организма ситуация немножко другая. Недоступная для обмена часть значительно увеличивается. И в результате, даже если вы накидаете туда упаковками этот кальций, он просто туда войти не может. И даже если вы дадите туда и витамин D3, и даже, может быть, препараты кальцитонина, если они когда-нибудь сделаны, они не дадут того эффекта, который дается вот в молодом возрасте. И поэтому мы рассмотрим эту ситуацию немножко в другом контексте. Попытка решить проблему в лоб, вот чего-то не хватает, добавить, это стандартное фармакологическое мышление. Нет кальция, добавим кальций, витамина D не хватает, добавим витамин D. Чего еще не? Кальцитонина, сделаем кальцитонин.
Это идея, которая в действительности требует очень четкого физиологического мышления. А доберется ли он до нужного места? Вот, например, у пожилого организма он зачастую просто не доходит до туда. Нужно ясно себе представлять, от чего на самом деле зависит содержание кальция в организме. И только ли это проблема доставки этого кальция или его недостатка. Дело в том, что существует очень наглядная модель, как остеопороз сделать в любом возрасте и у любого человека. Тьма давно известна. Это состояние космонавта, который находится в невесомости. Первый космонавт Юрий Гагарин, там всего был час небольшим, поэтому он, собственно, ничего не успел даже толком понять. Вот Герман Титов был уже 26 часов с небольшим, вот там 28, по-моему. И он уже отметил по возвращении вдруг возникшую слабость мышц. Она была естественна, потому что сутки находясь в невесомости, он практически не задействовал мышечную систему. Но когда длительность пребывания в невесомости достигла недели, космонавты, возвращающиеся, уже были похожи на детей, которых надо было вот точно так же носить, потому что они не могли даже голову поднять. Вот у них голова висела вот так. И для того, чтобы ее поднять, они как в детстве не могли ее поднять. Руки, соответственно, не могли поднять. Они буквально вот придавливались силой тяжести, то есть возвращались опять в то детское состояние обезосклённых костей, лишенных кальция. Вот это декальцинирование было связано как раз с тем, что им надо решать проблему мышечной нагрузки. Потому что если эту мышечную нагрузку не давать, то состояние невесомости практически лишит их скелета, и опорно-двигательный аппарат исчезнет, перестанет вообще что-либо делать. И та самая проблема была решена просто тем, что они придумали специальный костюм, тот скафандр, который они носят постоянно себе, это скафандр с пружинками. То есть каждое движение космонавта связано с тем, что он должен вот эти вот пружинки преодолевать. То есть они таким образом имитируют сопротивление, которое дает сила тяжести. Плюс они там постоянно крутят всякие тренажеры и прочее, и прочее. А по возвращении все равно им надо будет восстанавливать кальций. И вот здесь как раз они, например, очень быстро отказались от всех источников кальция, которые обычно прилагаются. Я здесь об этом уже говорил. На всякий случай повторюсь, потому что кальций должен быть уже биологический. Самый лучший биологический кальций – это тот, который содержится в костях. Из-за того, что мы не совсем можем усваивать кости, и, собственно, мы не знаем, наверное, как зачастую эти кости в себя вводить, то в народной кулинарии давно были выработаны эти средства, так этот кальций оттуда извлекать. И даже тогда, когда ситуация приходит к тому, что травматолог вас выписывает на восстановление после перелома, вы довольно часто слышали вот эту фразу о том, что надо бы вот студень, то есть сильный отвар костей. Но в действительности медико-биологическое обеспечение космонавтики, она давала как раз, обеспечена была Институтом медико-биологических проблем в Москве, с которым мне посчастливилось сотрудничать. Мы даже экспедицию тогда организовали для проверки практики ПМО на Эльбрусе в 2008 году. И там я много им вопросов задавал, в том числе и по кальцию. Они, например, кормили рыбой. Обычная рыба, минога, была одним из основных способов доставки кальция, поскольку
вот в этой рыбе этот кальций уже представлен в мягких костях, эти кости не застревали в горле, и такую рыбу можно было есть прямо целиком. Та рекомендация, которую я из этой информации сделал, это обычные шпроты, килька в томате, когда вы ее поднимете, посмотрите, там костей достаточно, они мягкие, эти кости из-за температурной обработки. И они, если точно так же, к вам поставляются. Это одна из причин, почему нас тянет на кильку довольно часто. Или мы вспоминаем про шпроты. У нас, конечно, очень сильный запрет на это, там, вызванный информационным трендом, что все копченое, консервированное, тем более вот такое, что-то ужасное. Но ничего ужасного там нету, а кальций там точно есть биологически доступный вид. Но это одна часть вопроса, потому что кальций есть и здесь. Вот препарат Остеоблиз, там тоже есть и кальций, и витамин D3, и тот состав, который здесь, он, в общем, вполне приемлем. Вопрос только в том, что вы должны не просто доставить кальций в ткань, а чтобы этот кальций добрался до кости. И вот чтобы он туда добрался, как раз и нужно делать нечто совершенно иное, чем обычно предполагается. Дело в том, что вот эта модель с невесомостью, она является предельной. Но в действительности для того, чтобы человека отправить в космос, вначале эту невесомость моделировали. И одна из моделей этой невесомости – это пребывание человека в неподвижном виде достаточно долго вот на такой кровати. Градусов здесь всего 4-5, то есть совсем немножко. Только для того, чтобы кровь начала приливать к голове, это одна часть невесомости, поскольку мы, когда находимся в космосе, в невесомости, у нас вся кровь, которая обычно тянется вниз с помощью, благодаря силе тяжести. Теперь сила тяжести не придавливает, и механизмы, направленные противоположные этому, начинают гнать кровь в голове. Голова становится красной. И моделирование состояло в том, что человека просто клали вниз головой. Вот сколько они планировали быть в космосе, столько добровольцы находились в этом положении там. Неделю, значит, неделю находятся. Месяц, значит, месяц будут находиться. Год вот так находились. И второе состояние гиподинамии. То есть проверяли, а можно ли, например, космонавту находиться целый год в таком состоянии. Да, последствия были не очень хорошие. Естественно, они все компенсируются двигательной активностью. Но вот тот переход от молодого организма к пожилому, он на самом деле в микроварианте дает тот же самый результат. То есть мы начинаем от той подвижности, которая характерна для молодого организма, переходить к вынужденной или произвольной неподвижности, гиподинамии, которая характерна для пожилых. И в результате того, что кость еще и меняет свой состав, и даже тот кальций, который есть, оказывается невбеденным, то происходит следующее. Вот сам механизм, на самом деле, установлен давно, почему так происходит. Когда мы находимся в состоянии неподвижности, то есть у нас нету никакой двигательной активности, то, соответственно, нет и хорошего кровоснабжения. То есть мышца работает тогда и снабжается кровью, когда она сокращается. Когда она перестала сокращаться, организм очень быстро лишает ее достаточного кровоснабжения, а это означает, что внутри мышцы, а также внутри кости, вокруг нее, оказывается среда, которые на самом деле постоянно идут и текущие метаболические процессы. А вы знаете, как они идут. Мы их здесь проходили,
организм постоянно производит углекислый газ. И этот углекислый газ, когда он оказывается в крови в свободном виде, дает так называемые карбонаты. Это угольная кислота. Эта угольная кислота закисляет эту среду. А у нас так кость устроена, что основные минералы по своей природе щелочные. И фактически кислота, окружающая ткань костную, начинает ее оттуда просто высасывать. Вот это и есть деминерализация кости вследствие, на самом деле, всего-навсего обездвиженности привычной. Она может быть полностью в пределе сделана в космосе, но даже тогда, когда мы просто не двигаемся там, по тем или иным причинам, уже не можем делать одно из таких простейших движений, которое как раз является наиболее адекватным. Например, взять и сделать вот такое простое движение. Сесть, не отрывая пяток, и подняться. И сделать так некоторое количество раз. Для многих это уже прямо вот видно, что они это делать не способны. Это означает, что кость оказывается в среде, где достаточного кровоснабжения и обмена крови нету. Не приходит, не удаляется углекислый газ вместе с карбонатами, и не приходит кислород, который эту ситуацию, то есть артериальная кровь, которая должна была просто вот интенсивно это удалять из организма, идет обмен. Нет этого обмена, соответственно, нету достаточного достатки кальция, кальций наоборот уходит. Та деминерализация, которая характерна для невесомости и для обездвиженности в условиях невесомости, она точно такая же, как и при обездвиженности в пожилом возрасте. То есть это та самая модель, которая просто работает по тому же механизму. И, собственно, хорошо известно, как сделать так, чтобы кость быстро восстановилась. Это тоже травматология и остеология хорошо прописанная, причем в виде конкретных рекомендаций. Например, когда профессор Левитов, с которым мы работали в Гималаях, сказал интересную вещь, что в Америке, когда больного выписывают с переломом, ему полагается некоторый курс реабилитации. И вот этот курс реабилитации очень интересный. Там, разумеется, всякие упражнения и прочее, но самое главное там не упражнения. Упражнения это, они все понятны, очевидны, надо просто, например, человека заставить ходить. Потому что он ходит так, что не хочет ходить на ногу, которая была сломана. Наступить на нее больно, он ее бережет и ходит медленно. Так вот, там выделяется, специально отбирается медицинская сестра из пуэрториканцев, которые в основном разговаривают матом. И основная их задача – стимулировать пациентов двигаться самостоятельно, причем им разрешается применять чуть ли там не нарушать все права человека, какие только возможны в Соединенных Америке. Причем это делается намеренно, потому что человек вначале подписывает, что с ним все это можно делать. После чего она приступает к своей работе, которая ей, видимо, очень нравится. И пациенты в итоге остаются реабилитированы, потому что если этого не делать, то те, кто имели переломы, знают, как долго это может длиться без какого-либо прогресса. Чтобы прогресс был, необходимо внешнее насилие, когда человека заставляешь это делать. Я вот когда у себя ногу сломал, прыгнул с парашютом, я тогда понял, что мне надо обязательно что-то делать. Потому что вот ходить, уже там они сняли и так далее, но я с костылями поехал в Москву. Там преподавал, прыгая на одной ноге. Выступать не мог, она там еще сохранялся перелом, потом ламинета, но я вот все время как-то давал на нее вот какое-то восстановление
тогда я понял, что произошло практически полностью. Именно потому, что к ней были приложены усилия. То есть там была мышечная активность, там было кровоснабжение, которое быстро все это меняло, потому что каждый раз, когда вы напрягаете мышцы, по ним сразу же начинает интенсивно бежать кровь, которая омывает в том числе и кость. Нет двигательной активности, нет соответствующего быстрого обновления крови, начинается закисление окружающей среды в эту кость, и кость просто теряет кальций. Таким образом, все усилия по введению в организм вот этих всех кальций и прочее минералов будут иметь смысл только в том случае, если вы одновременно будете давать двигательную активность. Причем важно понимать, что это за двигательная активность. Та двигательная активность, которую мы обычно выполняем, например, 2 притопа, 3 притопа. Помахать ручками или там пол помыть или еще что-то. Здесь на самом деле для того, чтобы работала вот эта часть, нужно, чтобы мышцы напрягались, во-первых, в массовом объеме, потому что мы должны знать четко, например, количество мышц, которые у нас в организме. Вот если взять разрезать тело человека пополам, то 80% мышц у нас ниже талии. Поэтому то упражнение, которое я вам показал всего-навсего, это приседание обычно. Оно уже дает гораздо больше результата, чем многие другие. Хотя планка та же самая. То есть человек стоит в простой позиции, и у него точно так же работают теперь уже в основном мышцы плечевого пояса. Или какие-то упражнения с гантелями, или еще что-то. Вот все это необходимо делать достаточно регулярно. Причем если здесь это вроде бы естественно для молодого организма, и он может себе позволить ничего не делать. Хотя, например, если он даже не выходит на улицу, то в молодом младенчестве он запросто получит рахит. Но вот здесь народ просто обязан, наоборот, просто обязан двигаться. Если вы этого не делаете, эти движения, то все эти кальций, детрини, кометы, они просто никакого эффекта не оказывают. Вот этот механизм, он работает и при реабилитации после переломов, он точно так же работает и на повседневной жизни. Хотите иметь более-менее крепкие кости, например, те же самые кости, которые обеспечивают крепость шейки бедра. Это простое движение, которое даже вот такие простые вещи, которые, например, на самом деле довольно многим людям делать не так просто. Но если вы начинаете их делать регулярно, то вы обнаружите, что это вполне себе, даже в любом возрасте, это доступное действие. Всего-навсего двигая колено, по кругу, восьмерки рисуя, треугольник, квадратик. Я когда даю любые очные занятия, неважно где это, в университете студентам или в разных областях, я всегда даю вот эту разминку, она нужна для йоги, там, для некоторых вещей, но она почему-то вот мне давно запала. А потом мне уже сообщили, что перелом шейки бедра – это как раз постепенно обезосцепление, то есть деминерализация кости как раз в этой части. И вот это простое движение, которое мы либо делаем, либо нет, обеспечивает там достаточное кровоснабжение и удаление вот этих бикарбонатов, которые фактически закисляют эту среду, и чтобы этому противостоять, требуется совсем не так уж и много сил, усилий на это затратить временно. Та картинка, которая здесь вам изображена, она достаточно проста, но не будет полной, если мы с вами не рассмотрим еще ситуацию, которая зачастую заставляет людей не двигаться, то есть обездвиживает их. Это ситуация артрита.
того, что называется воспаление. Потому что когда мы, почему многие люди перестают двигаться? Ну, вот потому что им, потому что они просто испытывают боль при движении. Суставы. Как раз положенные в суставную сумку. Это место, где идет постоянное обновление кости. И, например, если мы длительное время не двигаем этими суставами, оставляем его в неподвижном состоянии, то, как вы знаете, вдруг потом руку практически не согнуть будет. То есть требуется постепенно, что образуется вот такая интересная штука. Кость просто сополагается друг с другом, и они теперь стоят не кругленькие, а вот так. И практически приходится прилагать усилия, чтобы опять ее изменить форму этой кости, для того, чтобы это движение было. Потому что кость — это постоянно меняющаяся конструкция. Если на это накладывается воспаление, которое вызвано разными причинами, когда мы здесь рассматривали иммунитет, я вам тогда рассказывал, что довольно распространенная вещь – это воспаление, вызванное охлаждением. Вначале мы охлаждаем организм, то, что обычно называется словом «простуда». Это вызывает снижение иммунитета, и те антигены, которые, носители антигенов, которые к нам попадают, вызывают напряжение иммунитета, и все маркеры воспаления начинают подрастать. В силу того, что воспаление – это фактически разрушение ткани, то один из вариантов, который именуется аутоиммунитет, то есть иммунитет, направленный против самого себя, довольно часто мишенью имеет как раз сустав. Почему? Потому что здесь все время могут оказываться элементы, которые нужно из организма удалять. Поэтому удаляются они, как правило, через воспалительные реакции, которые вначале идут незаметно, а вот когда происходит сенсибилизация иммунитета, и иммунитет начинает активно долбать по этим тканям, вот те же самые остеокласты, это как раз и есть те клетки, которые сжирают. И сжирая эту ткань, они могут делать это в том числе с участием иммунокомпетентных клеток. Когда это происходит, воспаление здесь оказывается настолько мощным, что достигает клинической формы, а именно появляются все классические признаки: боль, покраснение, нарушение функции, отек. И самое главное, теперь сустав оказывается обездвиженным. Все лечение, которое на сегодняшний день направлено против артрита традиционное, это убрать воспаление. Но убирая воспаление, мы в итоге вынуждены убирать и сам иммунитет, потому что, убирая любое воспаление, мы убираем иммунитет. В результате организм оказывается вот все время перед необходимостью выбирать, что ему нужно сейчас. Чтобы сустав не болел или чтобы иммунитет поддерживался. Он, конечно, выбирает иммунитет. Поэтому аутоиммунные поражения суставов, они длительные, трудно поддаются лечению, потому что организм сам сопротивляется снижению иммунитета. Хотя первое облегчение после приема этих лекарств всегда есть. Как правило, это в том числе используются противовоспалительные препараты. Это гормональные, если используются, то там последствия мы тоже здесь рассматривали. Они являются как раз классическими образцами негативных последствий заместительной гормональной терапии, когда используются производные кортизолы. Облегчение они дают, но в
классическом варианте это описывается одно лечим, другое калечим. В действительности вот причина, то есть охлаждение. Еще в отношении артрита это достаточно легко проверить. Каждый, у кого есть артрит, должен для себя выяснить, потому что с позиции аюрведы, поскольку там всего две причины болезни, это жар и холод. Понятное дело, что простуда – это холод, а жар тоже может быть, и жар – это как раз здесь не прямой жар, как правило, а тот жар, который связан с травмой, поскольку разновидностью жара является травмирование. Например, надо помнить о том, что может быть это и последствия какой-то хронической травмы. Это довольно часто у спортсменов бывших, вот, боли в суставах. В этом случае там придется устранять жар. Потому что у пожилых людей, у которых не связано с травмированием суставов, это причина холод. То есть они вначале чем-то заболели. Это было там, не важно, например, ангина. Или воспаление легких, или что-то. Потом, когда это с помощью лекарственных средств, антибиотиков, это мы подавили, а тем не менее холод остался в позиции традиционной медицины, аюрведы. И этот холод в последующем будет проявляться так. Когда у человека, он прекрасно это знает, в ответ на охлаждение боль усиливается. И поэтому такие люди свои суставы начинают греть. В этом случае, скорее всего, эта причина холод. И чтобы ее устранить, нужно что-то согревающее. Вот такой согревающий эффект лечения артрита был выявлен, когда фармакологи проверяли на больных артритом действие известного согревающего средства аюрведы, это имбирь. Имбирь согревает, да. Они искали в этом имбире то активное начало, из которого они хотели бы сделать в последующем таблетку, чтобы потом ее назначать больным с артритом. Разложили весь имбирные составляющие, ну и как обычно в таких случаях бывает, это, к сожалению, оказался тупиковый путь практически всей вот этой травной фармакологии, хотя были затрачены колоссальные усилия у нас, и за рубежом. Но вот и в имбире ничего не нашли, и других травок тоже заключено. Вот. Очень мало, на самом деле, вот таких лекарственных препаратов, которые применялись бы в народной медицине, и которые можно было бы вот так вот из них извлечь активное начало, сделать это таблетку. Практически, кстати, нет. Все лекарства, которые имеют там травмное происхождение, это, как правило, яды. Яды, они имеют свой механизм, и там просто берется маленькая дозировка этого яда, и она становится лекарством. Вот. Но этот яд никогда в народе практически не применялся. Скажем, крестьянка для лечения болезни сердца, это на самом деле яд. И в народе его знали, что это яд, и не применяли. Но когда разобрались с его механизмом, поняли, что уменьшение дозировки, например, лечит аритмию. С тех пор она применяется. А вот в отношении имбиря вынуждены были сделать вывод, что да, имбирь может рекомендован, но вот мы не нашли того, за счет чего это происходит. На самом деле происходит за счет того, что имбирь сохраняет плохо. И облегчение людей, страдающих артритом, как раз и было вызвано. Вот, кстати, эти препараты, они как раз имеют в своем составе разогревающие. То есть они не забывают что добавить там черный перец и прочие компоненты, и тот же артикар, такая же имбирь сюда добавлен. Знали они об этом, не знали, но вот, по крайней мере, традиционные составы включают в себя такие
эмпирические находки. Но надо помнить, что если у вас причина жар, вам потребуется другой препарат. Я вам здесь его называл, это мумиё. Оно известно, и в свое время, когда нашего олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Брунеля после перелома вылечили с помощью мумиё, у нас тоже были предложены колоссальные усилия, чтобы из этого мумиё извлечь активное начало. Может быть, там кальций есть, кальция там, естественно, нашли, может быть, еще что-то есть. В итоге опять исследования были проведены аналитические колоссальные по объему, но результативности это не прибавило. Поэтому хотим мы или не хотим, те народные методы фактически означают, возвращают нас к аюрведе. И не просто согревание, а вот эта знаменитая русская формула «русская кость жар любит» или «пар любит». И когда они ходили в баню, они фактически это всегда описывали, как надо погреть свои старые косточки. Что это значит «погреть свои старые косточки»? Потому что это как раз один из шикарных способов отчасти восстановить интенсивное кровоснабжение этой кости. Потому что когда мы приходим в баню, у нас происходит следующее в организме. Кровь начинает полностью уходить в кожу, потому что один из способов противостояния избыточному действию температуры внешней – это теплообмен. Сколько? Там не только потоотделение идет, но и кровь оказывается вся в коже. То, что баня является хорошим стимулятором кровообращения, хорошо известно. И не просто кровь доставляется в жар, но этот жар еще и выполняет ту же функцию, что и обычная физическая нагрузка. И в кости происходят как раз те самые изменения, которые описываются вот как русская кость жар любит. Потому что в действительности с возрастом мы все больше и больше подвергаемся все-таки холоду, теплопродукция в организме снижается, и болезни холода выходят на первый план. В сочетании с обездвиженностью и гиподинамией они как раз и приводят к тому комплексу проблем, которые в традиционном образе жизни решались весьма успешно тем, что если в молодом возрасте затащить в баню, вот попробуйте сейчас молодежь затащить в баню, они скажут, нет, это нам не надо, нам там жарко, нам плохо, то с возрастом там в основном вот как раз возрастные. Они просто так выбирают это, потому что это способ так поддерживать состояние организма, устраняя все то, что приводит в том числе и к деминерализации кости. Сейчас я готов ответить на вопросы. Уважаемые участники, спасибо вам за активную обратную связь и за то количество вопросов, которые вы написали. Если у кого-то есть еще потребность задать их, пишите во вкладке «Вопросы», а я зачитаю первые из тех, которые уже были написаны. Наталья Стрельникова пишет. Читала, что американцы дают космонавтам бентонитовую глину монтмориллонитом, и как решает проблему, и так решает проблему с кальцием. Когда ссылаются на американских космонавтов, это стандартный прием маркетинга, потому что проверить это невозможно. Я проверил ситуацию с отечественной космонавтикой и выяснил, что в советское время, например, им в свое время пытались
случись спирулину. Эту спирулину они отправили вместе с космонавтами, и когда у космонавтов в ответ на спирулину случилась аллергия, она случилась прямо в космосе, с тех пор они всех производителей вот этих вот пищевых добавок не пускают даже на порог, отказываются разговаривать с ними вообще. Потому что все, что называется вот таким рода маркетинговыми историями, хорошо придумывать, но в действительности они очень далеки от реальности. И в отечественной космонавтике проблемы с недостаткой кальция решают отнюдь не какими-то препаратами кальция, а до сих пор с помощью обычной рыбы. Еще один вопрос. Ренат Султанович, какие вы бы могли дать послеоперационные рекомендации после протезирования шейки бедра? То есть, когда протезируют, там стоит стифт. Тем не менее, кость вокруг этого стифта нарастает. И если стифт держит, тем не менее, все равно держит окончательно не стифт, а кость. И все рекомендации по двигательной активности, которые остаются, они как были, так и остаются. Другое дело, что из-за того, что перелом уже состоялся, и там было оперативное вмешательство, здесь на полах начинает комбинироваться жар, если брать аюрведическую терминологию. И поэтому на этапе, пока двигаться нельзя, все равно остается на нее. Надо убрать вот тот жар, который вызван оперативным вмешательством и предшествующим травмированием. Но на этапе реабилитации двигательная активность просто обязательна. Спасибо. Перегрузка суставов, связок – это жар или холод? Перегрузка, вызванная… На самом деле, что такое перегрузка? Перегрузка сопровождается довольно часто микротравмированием. И в действительности это не результат перегрузки, а из-за того, что эти микротравмы накапливаются, и в итоге получается боль. Это жар. Попросили уточнить, мумиё устраняет жар? Да, мумиё – это холодное средство, это рекордсмен по охлаждающему воздействию. Вот почему его широко применяют. То есть есть другие охлаждающие, мята там, другие, я их тоже здесь приводил, но мумиё, оно сильнее всего. Еще один уточняющий вопрос про мумиё. Получается, что если принимать одновременно и мумиё, и согревающие, мы протестируем все формы артрита? На самом деле, важно здесь не Здесь как раз вот вся сложность диагностики или самодиагностики. Потому что просто вот ради профилактики начать употреблять индекс мумиё не будет давать результат. Надо четко знать, кто у вас преобладает на данный момент. Саму идеологию я рассказал принципиально, но ее нельзя решить вот заочно никак. Еще один вопрос. Как ликвидировать грыжу? Это уже другой вопрос. Это мышечная. Ну да, где грыжа? Ну, как правило, это просто выпячивание содержимого через мышечную стенку. Или речь идет о грыжах позвоночных, межпозвоночных. Полагаю. Если межпозвоночная, то она, как правило, никак не связана какими-то там кальциями или то, о чем мы сегодня говорили, это другая совершенно ситуация. Это из-за того, что сдавливаются позвонки и межпозвонковые диски начинают просто выдавливаться. Там основная задача – это растянуть, чтобы этот диск обратно вошел. Это конкретные технологии. Еще один вопрос от участников. Увеличение пищи жиров пожилым людям поможет справиться с холодом? С некоторых пор это уже не связано с этой проблемой никак. Но всем недавно.
мощный, очень обладающий большой доказательной силой, проспективные исследования, ни много ни мало, на 135 тысячах человек. Проспективные, это значит, их наблюдали в течение длительного времени, конкретно по 15 лет. Из 18 стран. Сравнивали простой показатель, смертность. У людей, которые едят преимущественно углеводы, в которых углеводы преобладают, и людей, которые едят жир, предпочитают жир. Вот смертность оказалась выше, значительно выше у людей, предпочитающих углеводы. Это буквально исследование, которое напрямую ставит вопрос о пересмотре рекомендаций диетологических, которые довольно часто требуют ограничения жиров. В пожилом возрасте есть надо не меньше, а больше. Просто потому, что все, что связано с обменом, у них и так затруднено. Если вы еще ограничиваете вход, то его мало того, что он не входит, его еще и взять нет. Жира нет отдельно, я не знаю, в данном случае просто, но вот оказалось, что у людей, потребляющих жиры, вопреки ожиданиям, продолжительность жизни оказалась выше. И смертность ниже. Это даже чем можно отдельно, кстати. Это более подробно. Еще один вопрос от Галины Марковой. Остеобилиз плюс сауна плюс физические нагрузки помогут вылечить суставы в пожилом возрасте? Ну, вы делали правильно. Расскажите, спрашивает Владимир Евсеев, расскажите про витамин D, кто его считает гормоном, кто рекомендует для повышения настроения в зимнее время, нужен ли он? Самый лучший источник витамина D – это солнце. Не само солнце, а ультрафиолетовое облучение кожи, и этот витамин D просто дисотразуется. Сам по себе витамин, который вы всегда вводите, не факт, что он вообще не проскочит мимо. Вот тот, который образовался в коже, точно с вами. Вопрос от Галины. Колени не разгибаются. Что можно сделать? Разгибаться. Здесь ничего не нет. Никаких вот каких-то там просто... Человек должен прилагать усилия к тому, чтобы с ними работать. Надежда спрашивает, если очень хочется имбиря с лимоном и медом, это потребность в согревании? Да, это потребность в согревании. Это, кстати, традиционное сочетание. Максим просит уточнить, имбирь для поднятия жара и лечения болезней холода, его просто пить и есть или какие-то внешние применения для проблемных мест? Именно пить. То есть здесь центральное действие. Когда дала лекцию по аюрведе, она у нас, кстати, вот следующая как раз будет по аюрведе и медицине, и некоторые вещи я там придал. Опять еще раз. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос от Елены. Потеряна чувствительность указательного пальца на левой, руке, из-за растяжения в плече, руке. Как восстановить чувствительность? Кололи витамины, УВЧ делали? Нет, ну это травматическое поражение. Надо, во-первых, строго следовать рекомендациям врача. Строго следовать рекомендациям врача, а не моим. Такая конкретная ситуация, мы принимаем никакого заочного. Еще один вопрос. Солярий поможет получить витамин D, да, если зимой солнца мало на улице? Да, как один из вариантов. Солярий суперпродукт. То есть, собственно говоря, если кожа начинает темнеть,
Другое дело, что тут другие последствия могут быть из-за того, что избыточная инсоляция постоянно действует на кожу, она может вызвать свои неприятности, связанные с фотостоянием, мы тоже здесь это обсуждали. Но тут надо выбирать. Елена написала уточнение к предыдущему вопросу по восстановлению чувствительности указательного пальца. Рекомендации, которые даны на данный момент, не помогают. Ну, здесь тоже я в данном случае вот, с чем это связано. Спасибо большое. Мы ответили на все поступившие вопросы. Еще один вот сейчас. Деформирующий остеоартроз неизлечим? Ну, это сложная вещь, которая требует длительного, во-первых, выяснения, с чем связано. Если удастся установить, с чем связано, тогда будет, по крайней мере, направление, которое вы теперь узнаете. Участники пишут, жаль, что длительность вебинара всего час, пишут вам слова благодарности за интересную лекцию, за разъяснение. Сейчас еще не успею я проверю, да, все вопросы. Спасибо большое всем участникам. Мы приглашаем вас на следующую лекцию Рината Султановича. Расписание будет опубликовано в личном кабинете ПРАВ. Следите за изменениями. Если у вас в течение этого времени будут еще какие-то вопросы по текущей лекции к Ринату Султановичу, напишите нам, пожалуйста, в Центральный офис Санкт-Петербург, мы все передадим. И ответы прозвучат на следующем вебинаре. Спасибо всем большое. Мы прощаемся.